Друзья мои, сегодня делюсь рецептом сагудая из горбуши. Вот такой замечательная рыбка. Для приготовления я заранее подготовил горбушу, помыл, почистил, порезал небольшими кусочками. Также мне понадобится лук. Возьмем несколько луковиц и порежем, кому как нравится. Можете полукольцами, кольцами. Я лично порежу перьями. Мне понадобится емкость, в которой я буду готовить сулугай. На дно выкладываю перья лука. И выкладываю один слой рыбы. После чего необходимо посолить и поперчить. Добавить пару столовых ложек яблочного 6% уксуса, либо столового 9%. Также немного пролить сверху растительным маслом. И повторяем следующий слой. Добавляем сверху лук слой. И слой рыбы. Таким способом сложили всю рыбку, уложили ее и сверху засыпаем луком. Сверху необходимо нам установить гнет. Я использую вот такую тарелочку. На тарелочку я ставлю контейнер, а в контейнер какую-нибудь консерву, которая есть в холодильнике. Использую ее в качестве гнета. И в таком виде оставляю. Я обычно на ночь. Но в принципе через 2-3 часа рыба уже будет готова к употреблению. И отправляю в прохладное место. На балкон зимой. Либо в холодильник. До полного приготовления. Прошло несколько часов. Сагудай наш готов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.